Welcome back to war, viewers. This is your clan leader, Atomy, and the battle for Kronos. Ну что, товарищи, приветствую вас с возвращением на Кронос. С вами ваш командир Атомный и 120-я война на Кроносе. The tank survived. Танк едва смог выжить. He barely could survive. Он едва смог... Or no, или нет? No, he survived. Нет, выжил таки. Okay, that tank needs to retreat. Этому танку необходимо срочно отступать. И ремонтироваться. So there is large scale an attack of the enemies. У нас большая атака врагов на нашей позиции. Where this tank go? Куда этот танк может идти? Nowhere far enough. Никуда-то очень-то достаточно. Далеко. We need to enter the combat. Нам нужно в бой входить. Can the turret attack? No, that's on the far range. Твою мать, на максимальном радиусе находится, да? This tank doesn't enter the combat. Этот танк тоже в бой не войдет. That repair, пусть отремонтируется. Then. Ближе сюда. Okay, that can launch. Это может атаковать. Well, that quite nice. Ну что, неплохо получается пока. He cannot put the mine. Ну, мину не может поставить. Close in. Максимально близко подходим. This is doesn't. Так, это просто не достает. Okay, I've attacked. Я атаковал. Ну что, заканчиваем. Enemy down. Враг лег. It's better to go here. Лучше вот так вот сюда пока атаковать. Приближаемся. Can I launch? No. Нет, туда я не достану. That's bad. Вот это плохо уже. Now that vehicle. Вот этот. Enter the base. Есть, на базу вошел. All resources. Все ресурсы вот сюда. Okay, now I can build this. Теперь можно построить еще парочку таких. And I guess at least one of this. И вот такую одну. More resources. Еще ресурсов туда. 93. Okay, now I think that's fine. Теперь, я думаю, нормально будет. Out, выезжаем. And this goes to the close combat here. А вот эти двигаются быстрее сюда, в бой. Ярин, ближе заезжаем. Start attack, начинаем атаку. Take this, забираем. What is inside? Что у нас внутри? Okay, good, good, good. Отлично. Now can we attack with something? Можем ли мы атаковать или что-то типа того? How many?
Here is two infantry. Тут у нас две пехоты. On the front line. Полный вперед. Can I, like, pass through? No, I cannot. Нет, тут я проехать не могу. So let's return back. Возвращаемся назад. Full ahead. Полный вперед. Okay, we have that information. У нас есть эта информация. Now the vehicle goes in. Пусть техника подъезжает ближе. That could actually load in. Это можно собрать. And do we need to reload? И нужно ли перезаряжаться? Поехали сюда. Okay, ready to receive the enemy attacks. Готовы получать вражеские атаки по себе. That's the best that I can. Это, по-моему, лучше, кого я могу отправить, да? Oh, he can be upgraded. Он может, кстати, улучшенным быть. Additional movement and additional damage. Дополнительное движение и дополнительный урон. Yeah, I guess that would be fine. Я думаю, это будет как раз то, что нужно. And yeah, damage и урон. Okay, that's the best combination. Это лучшая комбинация из возможных. Everybody else has completed their actions. Все остальные вроде сделали действие. Now this. Artillery piece. Вот это вот артиллерия. Берем сюда. And this track can go away. И вот этот грузовик уже может уезжать. 50 resources, 50 ресурсов. Play the tank, разворачиваем танк, and the infantry right away, и пехоту прямо сюда. That's possible to use the chain. Сейчас у нас можно будет даже, если что, цепочку использовать. Transports, цепочку транспортов. That would be pretty heavy damage. Сейчас будет достаточно серьезный урон. 32. Oh, I lost the vehicle, твою мать, потерял боевую единицу. Of course they want to have this fight. Они хотят вот тут вот посражаться. Alright, ладно. Finish off. Ну, приканчиваем его. This vehicle goes here. Так, эти машины двигаются сюда. Artillery. Артиллерия вперед, вот так. Yeah, full ahead. Полный вперед. We're ready to attack. Мы готовы уже атаковать. Hmm. Can somebody get in? Может ли кто-то сюда подъехать? Something, если что. Back, назад отойдем. I guess we will attack that storage. Я думаю, вот этот склад будем сейчас добивать. Where is that cargo track? Где у нас грузовик с ресурсами? You know, I guess this should go. Я думаю, этому нужно просто двигаться назад. Yeah, I guess we will go here. Да. Load everything. Загружаем все. All the mines, все мины. Окей, максимум amount of armor, максимальное количество этого самого оружия загрузили.
Yeah, this will go back here. Этот сюда пойдет. Onto the front line. На передовую. Окей, нормально. So, итак. What we gonna do? Что же мы делать будем? This should be reinforced. Это нужно уже перезарядить. Right there. Огонь. Окей, veterans и получили. Увеличение на поле. Максимальная дальность ведения огня увеличена на два поля. I guess the double distance is more important. Двойная дистанция будет более важна. Yeah, we lost the... No, experience is here. Нет, вот у нас опытный. Experience. Так, теперь вот этот прокачался. Everybody moves back. Все отходят назад. Tank, танк. Get in, ближе. And E. Back to base, назад на базу. Load with mine, загружаем мину. And go up. И выезжаем. This one, вот этот. Okay, we need to control the enemy positions. Нужно контролировать вражеские позиции. That tanks need repairs. Вот эти танки прям срочно требуют ремонта. Return back into front lines. Все назад на передовую. Так, добиваем его. Окей, I can finish off this. Могу вот это прикончить. Let's do that. Давайте так поступим. We are a little bit too damaged. Очень даже повреждены сильно. So what I need to build? Что мне нужно производить? We have lost one infantry. Мы, по-моему, одного пехотинца потеряли. So I will guess I will build this. И думаю, вот этого построю. And one of the hunters. Еще одного охотника. Here everybody moved. Тут вроде все двинулись. Yeah. Oh, this one. Вот этот. Forward. Прям вперед. That also goes here. Это тоже сюда движется. Now let's check it out. Проверим. Yeah, that's in range. Only here we can take. Только вот там вот можем забрать. And this one. Вот этот. Okay, next turn. Следующий ход. New enemy waves attack. Новые просто атакующие волны, которые атакуют нас. This tank needs to get out. Этому танку надо как-то выбираться отсюда. Командор, а вы знаете, что телерейтинги вашего с командором Паркером противостояния максимальные за всю войну? Серьезно? Как-то не заметил. Серьезно. Мне кажется, по-моему, шоу не очень-то пользуется популярностью. Do you know that your ratings is the most popular among all the war? Especially if this war just started. Кстати, вот подумала, война-то только началась, конечно, сейчас самые большие рейтинги, да. Но они небольшие. I don't think that's the good ratings. Телиты захватили храм Люмати, но вся Рея следит исключительно за вами. Рея watches you. Липа, я вам уже говорил, если будете мешать выполнению боевого задания и принижать заслуги офицеров, подойдете под трибунал.
Philippa, if you will intervene with your reporter staff and make work of officers worse, I will send you on tribunal. Генерал Сайфер, мой долг развлекать народ Рэй и рассказывать ему о войне, в том, что власть нового императора законна, не должно быть никаких сомнений. Вы хотели сказать хана. You wanted to say about the Khan. So she needs to show everything to the people that they see how the war is cool, you know. Мы не будем играть в игры. Мы не намерены рисковать без необходимости. И нет, мы не станем улыбаться вам на камеру. We won't smile on your cameras, you know. Я, командор, предпочитаю медленную победу с малым количеством жертв, быстрому триумфу с большими потерями. Но раз уже вы уже согласились на это противостояние... Commander, I prefer less amount of casualties and slower pace rather than fast moving and great casualties. Сделайте мне одолжение. Поставьте Паркера на место. Give me one favor. Put Parker on his place. Interesting. Parker is not that in favor. Интересно, Паркера не особенно-то любит, получается. Okay, let's reckon what's down here. Ну что, посмотрим, что у нас здесь. That's what's this is? Что это у нас такое? Heavy factory. Тяжелая фабрика. I guess that's interesting to capture this. Я думаю, это будет интересно захватить ее. Now, how far away does my jeeps go? 1, 2, 3, 4. На 4 двигаются, да? And this, а вот эти? 2, 3, 4, 5 plus 6, на 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and okay, I can step down here. I guess, я думаю, сюда можно отойти. 1, 2, 3, 4, 5 Да, я думаю, они сюда не подойдут. So they won't get close in here. Where to start the fight? Где мне начинать бой? Команда поближе сюда. Do we have healing here? Тут есть ли у нас лечение? No, I don't see. Нет, не вижу. Artillery forward, артиллерия вперед. We have a decent force. У нас неплохая тут, неплохие тут войска. The most like slow down is those artillery. Самая медленная это вот эта артиллерия. Эй, кстати. Additional damage, дополнительный урон. Окей, okay. Ну двигаемся сюда. That's the most unneeded, really. Апгрейд, самое ненужное это улучшение у нас получается как-то так. Ближе приближаемся. No, that cannot go closer. Этот парень ближе не подойдет. Take that health. Это здоровье забираем. And next we will put bombs. В следующий раз мы уже бомбы будем размещать. Назад. Okay, those tanks on the positions. Танки назад на позицию возвращаются. Artillery. Артиллерия. Okay, load up. Загрузиться. Do we have any munitions here? Тут есть хоть какая-то амуниция? No, нет.
Стелс размещаем в машины. Huh, interesting. Actually, I need to put it right here. Кстати, можно взять и перегрузить сюда баги. Now move forward. И выдвигаемся вперед. Так, инфантри. Огонь по пехоте. That's the maximum damage. Урон уже достаточно серьезный у них. Fully back. Полностью назад. We will not give them the retreat. Возможность отступать мы не будем им давать. Okay, forward. Вперед. Let's press on, you know. Давайте-ка двигаться полностью вперед. What we have produced, что мы произвели? One more infantry, еще одно пехотинца, and vehicle, и технику. That needs to go here. Так, эти грузовики двигаются сюда. Next turn, следующий ход. Посмотрим, что враги будут делать пока. They attack in such a manner not to get close to the turret. Блин, они вот как-то так, понимаете, выбирают атаковать, чтобы близко к турелям просто не подъезжать. I don't like that. Мне вот это не нравится совсем. Ближе. Okay, enemy almost destroyed. Враг почти полностью уничтожен. Now we need to start the fight. Ну все, теперь только бой начинать. Танкс, танки. Сюда подъезжаем. What's with the turret? Что у нас с турелью? Not in range, это твою мать, не вне зоны досягаемости. That's really sad, это грустно. Okay, I need to set the mines right here. Мне вот тут мины нужно повыставлять. Танкс кидаем, танки заезжают. Load up, загружаем. Okay. So far, so good. Пока все хорошо. Those could move. Эти могут уже двигаться. Where is that damage? Где у нас вот этот поврежденный? Cargo transport. Грузоперевозчик. Окей, okay, get in. Давайте поближе сюда. This artillery here. Это артиллерия вот так. Окей, okay, we ready to advance. Готовы продвигаться вперед. Now, let's see what's up here. Смотрим, что у нас здесь. One, two, three, four. No, here they will take me out. Нет, там они меня достанут. Твою мать, а как же мне отступать? How to retreat then? What's... Oh, that's rocket buggy, твою мать, ракетная баги. Now they can damage me. Теперь они могут меня повредить. That's not a nice way to go. Не самый лучший способ нападать. Ладно, подбежаемся сюда. Artillery deploy. Артиллерию развернули.
So far, so good. Пока все вроде хорошо. Not in range, не в радиусе боя. Yeah, here we go. Сюда пошли. In the next turn we will capture this. Следующий ход мы захватим вот это. And here we go. Ну что, поехали вперед. I don't think they will manage to kill everybody. Они думают, что они успеют убить всех. Yeah, I guess that's the time, да. Думаю, время уже в бой выдвигаться. Now, what about this? Что насчет вот этого? Двигаемся прямо вот сюда. Now that's in a combat range, тоже в боевом радиусе мы. Goodbye, пока. I cannot go far. Дальше не могу двигаться. Так, атака. Second rank, второй ранг у нас. Окей, infinite responses, бесконечные атаки. Yeah, that's a good thing. Это очень хорошая штука. So now he will answer to every attack. Теперь он будет отвечать на каждую атаку. This jeep. У нас есть вот этот джип. So we can move in. Можно двигаться просто вперед. Yeah. Да, вот так вот. Something for sure, если что. Окей. Let's go. Двигаемся сюда. Everybody ready to attack. Все готовы атаковать. Mm-hmm. Yeah, they will attack my rocket buggies. Да, ракетные баги решают атаковать. Okay, don't mind. Меня не волнует этот склад немножко. Mm-hmm. They decided to attack this infantry. Решили вот эту пехоту. Oh, they destroyed the... Yeah. The vehicle... Транспорт уничтожили. Okay, let's see what we capable of. Ну что, посмотрим, на что способны. Attack. Огонь. Starting capture procedure. Начинаем процедуру захвата. That's our factory now. Есть наш завод. 200 производства у нас. Окей, окей, так, нормально. Now the rocket buggies. Ракетные баги. This is the maximum close range. Это максимальное приближение, куда мы можем подъехать. Теперь давайте-ка ближе. Okay. Can you overcome? Вы можете обойти. Окей, okay. I need this. Мне вот это нужно. What's inside? Что у нас? Nothing! Ничего, really nothing. Реально ничего.
That's sad. Это грустно. That's a little bit sad. Это слегка грустно. Attack. Атакуем. And go away. И уходим. Окей, okay, close in. Приближаемся. Block the exit. Блокируем выход. They have nowhere to go, literally. Буквально им уже некуда идти. And... Okay, I will think. Я еще подумаю о том, что можно здесь сделать. No, that's too close. Это слишком близко. Да, that enemy jeep would attack only once. Вражеский джип сможет атаковать только одиннажды. Or kill like this infantry. Или убить вот эту пехоту он сможет. Вот, уезжает. Another transport closes in. Еще транспорт приближается. Okay. That's the maximum range. Максимальный радиус. So this gets also near. Эти тоже сюда сейчас подъезжают. Artillery back into front. Артиллерия назад на фронт. I can put the tanks over here. Тут можно танки разместить. They have collected everything that could heal. Они, по-моему, забрали все, что можно могло лечить. Приканчиваем уже. Still alive, все еще жив. Now where we can go? Куда можем двинуться? That's the best spot I know. Нормально. Ну, добиваем разведчика, destroy the weapon. That tank doesn't need any upgrades. Этим танком уже не нужны никакие улучшения. Back. Here. Назад двигаемся. There is nothing on the factory. На заводе у нас нет ничего. We have some repairs. Есть еще небольшой ремонт. And... Okay, artillery get in. Артиллерия пусть двигается сюда. This one did not act. Вот этот еще не действовал пока. Right now. Quite combat. Достаточно неплохой бой пока, но сражение увидим дальше. Пока. We will see the continuation on the battle next time. See ya.